Thank you.
Ибо аж человек есть под властью,
ибо и под собою вои, и глаголи сему иди и идет, и другому приди и придет, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же Иисус, удивись и рече грядущим по нем, аминь глаголю вам, не во Израиле то ли то веры обрету. Глаголю же вам, нет мнозе от восток и запад придут, и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом во царстве небеснем. Сынове же царствия изгнаны будут во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом. И рече Иисус сотнику, иди, и я тоже веровал, еси, буди тебе, и исцелен отрок его, той час. Иду тебе твоему. И помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, помилися милости Твоей, молимся, услыши, и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Амуврии, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Амуврии, и все его крестные братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой стране нашей, боголюбивом народе не я, да тихое и безмолвное житие поживем на всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о братьях наших, священницах, священном монастыке, о всех во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных и создателях святого храма сего и о всех прежде почивших от всех и братьев, где лежащих и повсюду православных. Давай заповедь твою нам, еже любите тебе Бога нашего и ближнего своего, сотвори да ненависть, обиды, вражда, нестроение, братоубийство, кровопролитие и прочее беззаконие, да прекратятся, истинная же любовь и мир твой да царствует среди народов отечества нашего. Молимся тебе, Спасителю наш, якому ад услыши, и скоро помилуй. Молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятившихся честным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, пожелающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, thank you.
и Свято-Покровские обители Священного Архимандрита, да поменяет Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков. Да помяни Господь Бог во Царствии Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященный митрополит, архиепископ и епископ и православные, весь священский дьяконский монастырский чин, хитрый служитель, жертводатель, благословитель святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царствии Своем, всегда на ней присно и во веки веков. Исповедуем, Отца и Сына, и Святого
Господа,
Высокопреосвященнейшего Ануфрия, митрополита Харьковского и Богодухновского и свято-покровские обители священного архимандрита, приносящего святые пары сия. Господи и Богу нашему. Всем священничестве мы и на чистом чине, у благохраними стране нашей, боголюбивом народе и я, по мире всего мира, по благостоянию святым Божией церквей, по спасении помощи, сочтанию на страху мужем труждающихся и служащих, по исцелению в немощих лежащих, успение слабе вложений памяти и оставление грехов всех прежде почивших православных, спасение людей предстоящих и их же гиждо помышлений им. И о всех и сами себе друг друга иметь животное.
Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже небес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Господи, прости, 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 Господи, прости,